Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 594. В одном бидоне молока в 3 раза больше, чем в другом. Когда из одного бидона перелили в другой 5 литров, молока в бидонах стало поровну. Сколько литров молока было в каждом бидоне первоначально? Нужно решить задачу алгебраическим способом и оформить решение так, чтобы было понятно, как получилось уравнение. Краткое условие решения можно оформить в виде таблицы. У нас будет два столбика. Первый бидон, второй бидон. И две строчки было и стало. В первом бидоне молока в 3 раза больше, чем в другом. Давайте за x обозначим количество литров молока во втором бидоне, значит, в первом в 3 раза больше, значит, 3x литров. Когда из одного бидона перелили в другой 5 литров, то есть из первого бидона вылили, 5 литров отняли, во второй эти 5 литров долили, то есть прибавили, то есть стало во втором x плюс 5 литров. А молока в бидонах стало поровну, значит, можем составить уравнение. Только то, сколько стало в первом, равняется тому, сколько стало во втором. И для разъяснения, как мы получили уравнение, можно записать следующее: молока в бидонах стало поровну, значит, ну а затем уравнение. Это уравнение теперь нужно решить. Переносим неизвестные, то есть слагаемые, которые содержат неизвестные x, в левую сторону, а слагаемые без x, постоянные слагаемые, в правую сторону. 3x было в левой стороне, осталось x, переносим в левую сторону. Был x, станет минус x. 5 было у нас в правой стороне, осталось, и минус 5 переносим в правую сторону, станет плюс 5. 3x минус x будет 2x, 5 плюс 5 – 10. Чтобы x найти, нужно 10 разделить на коэффициент при x на 2, то есть x будет равняться 5 литрам. За x мы обозначали количество литров молока, которое было во втором бидоне. Так запишем, было во втором бидоне. Действие наше уравнение. И вторым действием тогда найдем количество литров молока в первом бидоне, которое было. Для этого 3 нужно умножить на x, то есть 3 умножить на 5, получаем 15 литров было в первом бидоне. И выполнили задание 594. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.